Здрасте. Всем, друзья, приветуленьки. Продолжаем играть Отрадную долину. И, друзья, самая, в общем-то, проблема, с которой я сейчас столкнулся, у нас нет денег. То есть, как бы, есть 2,6 миллиона, и, казалось бы, любой человек скажет, дайте мне 2,6 миллиона евро-то, я заживу как бог. Но мы здесь... Немножко не об этом. Я, в общем-то, подумал о следующем предприятии, которое мы хотим купить, и это, друзья, будет Alcoa Metal. Это вот такой вот завод типа сталелитейного, только работает он с другими металлами. Есть тут, на самом деле, с этим заводом две проблемы. Первую проблему мы будем решать сегодня. Это деньги. Потому что для его работы нам надо будет купить завод, который стоит 5 миллионов, нам надо купить электростанцию, которая стоит 1,5 миллиона. А также, друзья, нам понадобится для производства медь и бокситы. Тут есть по две вот таких вот пары карьеров. То, что находится ближе к дому, стоит 10 и 18 миллионов. Те, что находятся сверху, чуть подешевле, 4 и 5. В общем-то, 10 миллионов надо еще насобирать. То есть тут 10 миллионов плюс 1,5, 11,5, плюс завод еще 5. То есть 16,5 миллионов нам надо для запуска этого завода. Это самый дешевый вариант. И вторая, друзья, проблема – это то, что этому заводу нужна нефть. И нефть на карте добыть можно. Но чтобы ее добыть, нужно будет получить каким-то образом медные пластины, которые производятся только на этом заводе. Это, в общем-то, не круто. В общем-то, у меня уже есть решение второй проблемы. С этим мы справимся. У нас есть поставщик бревен, поэтому я думаю, что он и нефти нам привезет. Хотя бы один прицепчик 30 кубов. Ну а с первой проблемой в нехватке денег, в общем-то, будем разбираться сегодня. Поэтому погнали разбираться с ней. Но для начала, друзья, давайте сначала, посмотрим, что у нас здесь происходит. На самом деле, у нас есть чуть-чуть кукурузы и у нас есть чуть-чуть сорга. Я думаю, что можно это все дело отвезти на склад. А также надо силоса докинуть сюда. Поэтому давайте отправим товарища, который будет это все дело сюда пополнять. Посмотрим, чего сколько есть. Кукурузы есть 358 кубов, сорга 131, но 358 туда не залезет. И силоса у нас прям дохренища, сахарного тростника тоже. Возить мы все это дело будем сейчас прицепчиком на 140 кубов, поэтому считаем, чего сколько. Ну, разумеется, сорга один прицеп, сахарного тростника, видимо, тоже один прицеп, два прицепа кукурузы и три прицепа силоса. Итого 7 я насчитал. Замечательно. И у него топливо закончится скоро, но ладно. Не проблема. Погнал, дружище, начинай свою работу. Также, друзья, давайте-ка посмотрим, что у нас происходит на наших удобрялках и семена, там, где производится, да. Тут все хорошо. На самом деле, я забрал отсюда уже семян один прицеп, по-моему. Правда, не полный, кубов на 100. Семена, да, 245 кубов у нас есть на складе. Плюс у нас еще есть семян здесь 169 кубов. И плюс еще 500 в работе. Короче, этого должно хватить. Поэтому больше его пополнять в ближайшее время не будем. Завод удобрений у нас работает, потому что удобрения можно будет продать. Ну и давайте посмотрим, что у нас вообще есть на складе. У нас есть 1,5 миллиона пшеницы, немножко ячменя, немножко канолы. Но у нас, кстати, все поля канолой засеяны. А кукуруза у нас пойдет на топливо, ее мы не трогаем. Сахарный тростник у нас тоже пойдет на топливо, его мы не трогаем, правда. Его у нас как бы много, но он не сильно дорогой. Семена мы не трогаем, щепу мы не трогаем. Силос у нас тоже как бы идет на топливо, но... Его производится больше, чем надо. Поэтому его можно смело продавать и оставить там кубов 500 условных. Не проблема. Трава у нас идет на силос, но траву тоже можно собирать бесконечно. Это не проблема, поэтому траву тоже можно продать. Правда, денег она стоит мало. Солому, друзья, тоже можно продать. Если что, ее собрать будет не проблема. Удобрения, друзья, тоже можно продать. Что самое такое главное. Так, ты у нас вдруг загрузился, давай-ка мы тебе поменяем это все дело на сахарный тростник, чтобы в следующий раз ты загрузил сахарный тростник. Молодец. Известь, друзья, я продавать не хочу, она дешевая, а проса, клюква и рожь. Рожь мы выращивали на семена, но вот осталось много. Поэтому это все дело можно смело продать. А что у нас, кстати, там силосные башни? Во, можно докинуть по прицепу туда и прицеп один вывести. Товарищ, этим у нас ты занимаешься. Погнал, друг. Сначала отвези травы, потом забери силоса. Ну и, в общем-то, друзья, я тогда отправляю вот эту вот всю те... Все вот это вот дело продавать. Отправляю всю технику, которая занимается перевозками. Выбираю самые дорогие места. И мы с вами встретимся, когда у нас будут деньги. Если за это время у нас созреет поля, я, соответственно, еще и начну уборку. Но вот это вот поле, даже видите, тут еще не последняя стадия кусочек. С другой стороны, у остальных уже последняя. Так что как-то вот так вот все.
Значит, друзья, прошло у нас кучу времени. И эти самые товарищи, которые все катались, продавали, вывезли пшеницу, ячмень, рожь, клюкву. Клюкву они вот сейчас продают. И что-то еще вроде бы возили, а может быть и нет. Я, в общем-то, посмотрел силы, трава, солома, пускай пока лежат, удобрения не знаю. На балансе у нас есть 7 миллионов, но, в общем-то, где-то 7,5 сейчас будет. Этого, друзья, хватит, чтобы купить первую вот эту вот медную шахту. В общем-то, мы ее покупаем. Она стоит 4200 и остается у нас еще, 3 миллиона. Я очень надеюсь, друзья, что можно будет канолу, которую мы вырастим, продать, и этого хватит на шахту с бокситами. Если не хватит, то буду добивать силосом, там травой чем-нибудь буду добивать. Но, друзья, это еще не все покупки на сегодня. Вот так выглядит эта медная штука. Меди здесь довольно-таки много. Но есть, друзья, одно но. Этот самый медный рудник, друзья, завален. И надо будет все вот это вот дело сейчас повзрывать. Поэтому, друзья, мы идем в магазин и покупаем новые игрушки. А именно, друзья, что нам надо? Во-первых, нам нужна вот такая вот маленькая, маленький прицепчик. На этом самом маленьком прицепчике мы будем возить динамит. Пускай он остается именно такого цвета. Не буду ничего менять здесь. Ну и, видимо, друзья, придется нам таки купить пикапчик для этого прицепа. В принципе, может быть, он когда-нибудь нам еще понадобится. И пускай он будет белый, ладно, так уж и быть. Берем. Также, друзья, нам нужен вот такой вот прицеп за 25 тысяч. Вроде бы он. Он умеет возить камни с автопогрузкой и довольно много он их в себя вмещает. Его мы, друзья, возьмем в аренду, поэтому красить никак не будем. Также, разумеется, берем ему мана. Тоже в аренду. 6 тысяч, не жалко. Также, друзья, для добычи меди и бокситов нам понадобятся вот такие вот штуки, ремни. Мы их покупаем целых 2 штуки, один для меди, один для бокситов. И, друзья, берем в аренду 2 самых дешевых трактора, чтобы эти самые штуки туда отвезти. Как-то так. 3 миллиона у нас остается на балансе, и еще маленький прицепчик клюквы везется. В общем-то, 3 миллиона остается. Значит, с канола надо 2 миллиона поиметь, минимум. Не очень-то хорошо. Кстати, да, я ж не показал вам, друзья, сегодня наш завод по переработке мусора. В прошлый раз отвезли много мусора сюда, и потихоньку он здесь дербанится. Но на самом деле не все так радужно. Всего лишь по кубу у нас всего произвелось. Это очень мало, поэтому мы пока не трогаем. Пускай работает в следующей серии, может быть, когда пройдет 3 дня, может быть, что-нибудь сделаем. Но, друзья, давайте разбираться с нашей новой техникой. Во-первых, этих мы последними отправим, ладно. Так, друг, ман. Ты первый. Цепляем к тебе вот эту вот штуку. Он перевозит мусор, галенит, насколько я понимаю, и камни. Сколько штук их сюда влазит? Вроде как, типа, немало. Сейчас у нас тут как раз камешек лежит, мы это и проверим. Что-то не сильно оно залазит, если честно. Я, в принципе, не удивлюсь, если надо их туда будет закидывать. Да, их надо будет закидывать. Ничего страшного. 75 штук сюда влазит, вообще замечательно. Шахта медь. Давай, друг, едь туда. Единственное но, чтобы он поехал не по вот этой вот дороге, потому что здесь еще не все мосты есть. Но он вроде бы вот налево поворачивает. Значит, должен будет поехать как надо. Надо за этим сейчас будет следить. А мы пока что берем вот этот пикапчик и едем за динамитом. Не думал, что он нам когда-нибудь понадобится, но ладно. Будет у нас, в общем-то, такой вот свой автомобиль. Приехали. Так, сюда можно загрузить миссион палет, маленькие тюки, палет, длинный палет, мусор можно загрузить. Но нам интересует вот эта вот штука Explosives. Я, друзья, вчера предварительно выгрузил здесь 8 вот этих вот динамитин и производство заполнил, запустил еще раз. Так что еще 12 тут произвелось. Итого мы можем 20 штук, в общем-то 20 взрывов сейчас сделать. Интересно, сколько сюда их влезает. 45. Прилично. Нет, таскать их вручную — это, друзья, гиблое дело. Давайте-ка подъедем лучше и вот таким вот хитрым образом, собственно, все и выгрузим. Ну, не то чтобы прям хитрым. 20 штук. Отлично. Этого товарища мы тогда отправляем на шахту медь. Давай, друг, едь. А мы тогда пока возвращаемся в магазин и отправим туда еще наши вот эти вот конвейерные ленты туда. Цепляем одну и отправляем на шахту медь. 16 минут ему туда ехать. Обалдеть. И цепляем второго. И отправляем его туда же. Погнал, друг. Все, уехали. Кстати, друзья, если мне не изменяет память, там еще то ли песок, то ли гравий. Скорее всего, гравий будет осыпаться с этих скал, которые тоже надо будет пособирать. Поэтому давайте мы отправим туда еще GCB-шку с нашей фрезой. Если она нам вдруг там не понадобится, то отправим ее домой. Не проблема. Ты, друг, тоже едешь на шахта медь. Погнал. Ну и, в общем-то, погнали туда сами, будем встречать народ, который туда приезжает. Только что-то я не вижу здесь триггера для динамита. Надеюсь, просто его забыли нарисовать, и он здесь на самом деле есть.
потому что получится некрасиво. Но это в теории же эта шахта должна быть. Первый ман, кстати, уже приезжает. Тут еще он куча деревьев. Надеюсь, маршрут проложен мимо деревьев. Вроде бы да. Ман, в общем-то, приехал. Давайте его отгоним в сторону. Хотя, скорее всего, конечно, придется его потом и в шахту гнать, чтобы камни загружать. Меж тем, пикап тоже уже приезжает. И мы, в принципе, можем уже потихоньку начинать развлекаться. Давайте вот эту штуку откроем. И достанем одну динамитинку аккуратненько вот так вот. И попробуем ее поставить к этим самым шахтам. И... Но это немножко мне непонятно. Неужели их нужно будет взрывать изнутри? Странное дерьмо. Вообще просто в этих шахтах вот такие вот триггера есть, куда мы, соответственно, кладем динамит. Но я его вижу только изнутри. Сюда мы попасть никак не можем. Ну, то есть я могу, конечно, сюда добраться телепортацией, но приехать сюда никак. Есть также еще одна шахта, которая отсюда ведет к бокситовому руднику. Вот такой вот он здесь здоровый. А здесь тоже, кстати, триггер есть, а с той стороны нет. А, есть еще одна шахта. И здесь даже точка стоит, шахта бокситы. И здесь такая штука есть. Возможно, надо именно с этой стороны идти копать. Хотя это нелогично. Самое главное, что шахту с бокситами мы не покупали. Мы купили только медную. Нам в любом случае они нужны обе сразу. А еще самое интересное, это то, что мы не можем сюда попасть, пока не соберем боксит по кругу. Или здесь можно будет проехать. А, ну здесь в принципе можно будет проехать. Аккуратненько, да. Вокруг. Но это, в общем-то, не очень хорошая новость. Это же не может быть какой-то бракованный динамит, правильно? Но я его здесь вот вожу со всех сторон, и нигде триггера никакого нету. Видимо, да. Видимо, придется ехать на ту шахту. Чтобы, друзья, попасть на ту шахту, нам не хватает вот этого моста, насколько я понимаю. Или здесь вот так вот можно объехать. А, ну здесь можно вот проехать будет. Все, доступ к этой ферме у нас есть. Тут он сахарного тростника сколько растет. Это, кстати, одна из ферм, где можно начать карьеру. Здесь тоже стоят вот гаражи, элеваторы, все такое прочее. И вполне возможно, здесь боты всегда сахарный тростник выращивают. Ну, друзья, тогда поехали сюда. Закрываем вот эту вот штуку и отправляем его на шахту бокситы. Вот этого товарища мы тогда тоже отправляем на шахту бокситы. И вот этих товарищей, которые сюда едут, тоже отправляем на шахту бокситы. Ну и GCB-шку, разумеется, шахта бокситы. Давай, погнал. Что тогда, друзья, мы делаем? Мы продаем вот эту вот медную шахту за те же деньги, за которые покупали, и покупаем шахту с бокситами за 5400. Итого у нас почти 2 миллиона остается на балансе, и 2 миллиона все равно надо еще поднасобирать. Так, а раз мы здесь проезжаем, кстати, я довольно редко здесь проезжаю. Давайте сделаем точку автодрайва для постройки моста. Когда-нибудь все равно же понадобится. Когда-нибудь этот мост мы все равно будем делать. Соответственно, по этой точке автодрайва на мост 2 мы со склада потом будем возить стройматериалы для постройки этого самого моста. Когда будем его именно строить. Красивый довольно-таки логотипчик здесь, да? Правда, написано open, а здесь никого нету, ни души. Но ничего страшного. Кстати, вот пикапчик приехал, да и все остальные вот по этой же самой дорожке едут. Целая бригада сюда приехала, будут сейчас взрывать. Если бы на этой ферме были люди, они были бы явно недовольны, что здесь пошли такие вот карьерные работы. Но что поделать, что поделать. А, соответственно, отцепляем динамит, открываем вот эту вот штуку. Ну и давайте попробуем его поставить. В теории это должно работать. Динамит стоит, и скоро он здесь бабахнет и взорвется. Но взрыв, друзья, происходит, как правило, не сразу, а именно в момент, когда Global обновляет все заводы и все предприятия. Иногда это может сразу случиться, а иногда можно ждать целую минуту. Бабах! Первый есть, камешки посыпались, да, и соответственно здесь остается еще груда гравия. Работы, в общем-то, много. Начнем, друзья, именно с гравия. Вроде как эта GCB-шка, кстати, должна хорошо работать с фрезой, у нее там мощи должно хватать. Единственное, что мне не нравится, это то, что здесь прицеп у этой самой GCB-шки маленький. Возможно, он сейчас будет забиваться просто вот одной вот этой вот кучкой. Это не очень хорошо. Надо подцепить прицеп от мана черного. Хотя бы 270 кубов ввести. Да, это даже все сюда не влезет. Ну, это же дрянство-то, а? Да, друзья, оно все сюда не влазит. Нужно ввести сюда мана. Значит, ты, друг, едешь, разгружаешься на элеватор карьер выгрузка, а потом мы тебе поменяем прицеп, чтобы трохи он был побольше. А, значит, берем мана.
подключаем ему автопогрузку и паркуем где-нибудь вот удобненько вот так вот, чтобы можно было сюда эти самые камешки сейчас носить и загружать. Раз камешек. Тут их вроде бы будет настолько много, то нам больше никогда не понадобится... Так, автозагрузка включена. А, я не включил, я ее наоборот выключил. Она была включена. А, так вот, их тут будет настолько много, что, наверное, имеет смысл остановить производство камня на нашей камнедробилке. Хотя, на самом деле, я его уже остановил давно. Выгрузил оттуда все камни и все остановил. И вот интересно, здесь после каждого взрыва одинаковое количество камней и гравия появляется или нет? Но сейчас мы об этом узнаем. Еще хороший вопрос, с учетом вот этой кучи гравия, можем ли мы поставить туда еще динамитину? Потому что как бы триггер-то есть. Просто если нет, то придется, конечно же, ждать, пока приедет GCB-шка. А это, скажем так, долго. Чел, ну вот куда ты едешь, а? Все ж пытается. И это FIFA пытается. Ну, тупая, что поделать. Так, ребята, вы стойте здесь. Тебя мы тоже снимаем и ставим аккуратно вот здесь. И забираем последние камни. А за что это тут автодрайв удумал, а? Непорядок, еще один есть. Бзды. Готово. Сколько мы всего их сюда закинули? 13 штук. Немало. Ну что, попробуем взорвать следующую. Берем еще одну динамитину. Да, и она стала сюда. Значит, сейчас бабахнет, и все будет хорошо. Бабах. Еще камни, еще куча гравия. Давайте вот камни мы отсюда вот так вот откинем, чтоб не мешали. И попробуем сюда еще одну динамитину всунуть. Интересно. Тогда потом сможем... Ой, черт. Я случайно поднял прицеп. Бывает, ничего страшного. А, нормально стало. Так мы сейчас можем так всю шахту сначала взорвать, а потом отсюда все вывести. Бабах. Кстати, сейчас быстро жахнуло. Да, ко мне здесь просто мама не горюй. Ну ладно, погнали тогда следующую взрывать. Бздынь. Черт, надо было камни сначала отсюда поубирать, наверное. Сейчас бабахнет, пока я здесь с камнями. Останусь без руки. Или еще отскочить что-нибудь в глаз. Мы за гравием спрячемся вот так вот. Бабах. Тут, кстати, места много свободного появилось. Да, гравия здесь немало, кстати. Насколько я понимаю, это гравий. А, ну да, у нас же GCB-шка повезла гравий. И ладно, погнали взрывать дальше. Пока оно там дымит, пойдем за следующим динамитом, чтобы время сэкономить. Давай, взрывайся, уже пора. Бабах. Еще тогда одну берем. И погнали за следующий. Я, наверное, этот гравий буду конвейером выгружать отсюда. Пригоню потом большого мана, может быть, даже и не одного. И с помощью него, в общем-то, и буду это все дело загружать. Хотя вообще, вот это вот все дело можно как бы и на стриме делать. На самом деле, я и буду это на стриме делать, правда, на закрытом для спонсоров. Бабах. Причем в Дискорде. Поболтаем с ребятушками. Хотя на самом деле это было уже 1 000 000 лет назад. Мы хотя бы половину там пробурили, нет? Тут уже даже динамит далеко носить становится. Бабах. Еще раз. Загружаем тогда следующий. Черт. Я ее уронил. Камни отсюда долой, чтоб не мешали. И за следующим динамитом тоже пошли. Мне почему-то кажется, что здесь вот динамита производится 12 максимум, да? И, соответственно, шахта здесь каждая на 12 взрывов рассчитана. Не знаю, почему у меня вот такое ощущение. Бабах. Следующий тогда пошел, а камешки убираем. Надо иметь стальные яйца, чтобы работать в непосредственной близости от динамита, который жахнет неизвестно когда и вот с минуты на минуту. Но мы уже 8 взорвали, даже 9. Это будет 10. И судя по карте, мы близко к нашему месту назначения. Еще по 13 камней, скажем. То есть 169 камней, если... соврал. 157 камней получается, если... Их тут 12. Если в каждом по 13. Бабах. Насколько я понимаю, 10-я взорвалась, или 11-я даже. Есть у меня подозрение, что вот это вот все последнее. Так что мы даже за динамитом тогда не пойдем сейчас. Так, считаем горки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 11-я будет. Значит, еще одну, наверное. Я не знаю, почему я думаю, что 12. Мне кажется, это логичнее всего было бы. Да, там еще одна осталась. Ладно, погнали за динамитом. Слушайте, это вот долго становится вот это вот ходить, носить. Жалко, вот знаете, вот такие вот работы в мультиплеере были бы вообще интересны. Но эта карта в мультиплеере — это просто дичь. Тут один носит динамит, один кто-то собирает камни, один вывозит гравий. Сразу все это чик-чик и быстренько все сделали. Классно было бы, наверное. Ну что, последнее или не последнее? Делаем ставки. Бабах, не последнее. Опаньки, 12 штук мало будет. Вот те новости.
Ладно, мы, в принципе, можем потом... Если я что-то неправильно вдруг считаю, мы всегда можем посчитать количество динамита, которое мы использовали, правильно? Также потом я буду монтировать и смогу посчитать. Тут способов посчитать, короче, много. Не проблема. Почему-то JCB-шка с гравием остановилась и не хочет выгружаться. Где она остановилась, тоже хороший вопрос. Она вполне могла куда-нибудь в озеро свалиться. Это тоже нормальная практика. Так, ну, судя по всему, это 13-я. Динамитина. Да, длинная шахта. У камней здесь просто охренеть сколько. А если они все не залезут в камнедробилку? А они все не залезут в камнедробилку. Надо будет их где-то сгружать. Вообще, конечно, вот так вот делать, как я делаю. Сначала все взорвать, потом вывозить. Немножко не по фэншую, скорее всего. По-хорошему взорвал, вывез гравий, выгрузил камни, пошел взрывать следующую. Но мне кажется, делается именно так. Так что имейте это в виду. Ну что? Пробурились? Еще один надо. Черт. Ну погнали еще за динамитом тогда. Какие-то они бесконечные, эти шахты. Видимо, придется бурить шахту, которая идет от бокситов к меди. И после чего бурить еще шахту, которая идет... Вот мы первую приехали, чтобы просто удобнее было туда приезжать за медью. Хотя, с другой стороны, не так часто мы этим будем заниматься. Может, тогда и не будем. Эй, давай. Вот. Увидел все, подловился. Бабах. Ух ты, как быстро жахнуло. Это прямо вблизи от меня. И здесь еще одна. Но судя по карте, ну вот здесь мы уже должны быть прям близко. Нифига не видно. Ну тогда берем динамит. Да, это уже начинает быть долгим и муторным его сюда носить. Бздынь. Камень отсюда мы тоже убираем. Черт, он зацепился. Черт, там еще одна. Минимум одна. Блин, реально длинные вот эти вот пути. Ладно, несем еще одну динамитину. Есть у меня, друзья, подозрение, что и гравия здесь прям очень дохренище, и его некуда будет деть. Я его тогда продам. И может быть, если с канолы не хватит денег на медную вот эту вот хреновину, можно будет и с гравия, и те же самые бокситы попродавать. 2 миллиона там насобирать, в принципе, не так уж и сложно будет. Так что, возможно, так и сделаем. Бабах. И там еще надо нести. Понятно. Значит, несем еще одну. Все отсюда отодвигаем, опять-таки. Потом будем собирать. Бабах. Черт, еще минимум одна. А сколько ж надо сюда взрывать-то? Если верить карте, то мы реально уже на шахте должны быть. На руднике, точнее. У меня тут динамита осталось, 3 штуки всего. То есть мы уже 16 взорвали. Точнее, даже 17. Бздынь. Давай, следующее. Если динамита не хватит, это будет фиаско. Так это еще с учетом того, что я ж притарабанил лишнего. Я вчера догадался выгрузить его и запустить производство еще раз. Ну давай, взрывайся. Черт, там еще. Да, немало. Блин, ну гравия тут прям дохренища. Скорее всего, весь его продавать пойдем. Наверное. Не знаю. Бздынь. У меня одна динамитина осталась, если что. Да камень, возьми же ты. Бабах. Если это не последнее, то, друзья, до бокситов мы сегодня не добираемся. Насколько я понимаю, последний динамит. Бабах. Сразу же бабахнул, и вот оно. Ну и вот, друзья, мы добрались тогда до бокситов. В теории, вот если мы будем вот здесь вот это все дело вот так вот объезжать, то мы можем спокойно привезти динамит и на следующую шахту. И с этой стороны добраться до меди. Но длинный коридор, насколько я понимаю, 20 этих самых. 20 взрывов нам понадобилось, чтобы сюда попасть. Ну и гравия здесь тоже будет до хрена. Как его отсюда вывозить, друзья, это, конечно, будет тоже геморрой. Камни вывозить тоже своего рода геморрой, конечно, будет. Камней здесь очень много. Я так понимаю, что до конца карьеры на камнедробилку мы камнями обеспечены. С учетом того, что мы еще будем взрывать другие шахты. А медную, видимо, придется взрывать с другой стороны. Или, может быть, мне потом объяснят, что я неправильно сделал. Быть может. Ладно, друзья, мы на этом сегодня с вами закончим. Если вы досмотрели до этого места, значит, видосик вам, скорее всего, понравился. А значит, давайте-ка это самое, ну, лайкусик надо поставить, ну, правда. А я пока не берусь, в общем-то, загадывать о том, что у нас будет готово к следующей серии и чем мы там будем заниматься. Пока что есть вот объем работ, который я планирую пока поделать. Неизвестно просто, что с финансами у нас будет. Ну ладно, разберемся. Так вот, если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, чё вы. Спонсорам, конечно же, огромное спасибо за поддержку. Благодаря вам выходят все эти видосики. Так что и от простых зрителей тоже, наверное, вам спасибо. А если вы хотите поддержать канал, сделать это можно на Boosty. Ссылочка в описании. Плюс все ролики доступны спонсорам по мере съемки. На этом, в общем-то, у меня все. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дила и всем покаки. Охренеть, сколько здесь этих бокситов. Надо будет как-нибудь эксперимент провести. Сделать читерскую фрезу какую-нибудь, читерский прицеп, супер читерский прицеп. И посмотреть, сколько здесь вот в одном руднике бокситов. Просто пойти его собрать быстро за 5 минут. Можно будет попробовать.